Хейо, гайс, мишмики, мы продолжаем проходить игру под названием Ink of the Sun. Так, мы закончили на том, что мы победили первого босса из четырех, ну и в конце, скорее всего, само солнце мы победим. Что-то здесь изменилось. Энергия в воздухе. Бес, ты что, правда убил одного из них? А ты как думаешь? Зря. Я на тебя надеялась. Наверное, просто погода разыгралась. Может, однажды? Так, поговорить. А ты любишь болтать, да? Тебе что, мир спасать не надо? Так, честь Туи. Управление чувствами долго Туи. Луна проследила за Туи. Почетным хранителем на страже пустыни. Он бы никогда не передал солнце по доброй воле, но на его слепой верности тоже можно было сыграть. Однажды ночью Луна посетила Туи и рассказала, что Урку хочется занять место их отца. Ослепленный верностью и чувством долга, Туи пошел в войну на Урку. Но сила Урку оказалась намного больше, чем Туи ожидал. Туи попросил у Солнца больше силы под предлогом расширения Империи. И Солнце дал Туи больше своей силы. Так, вечное затмение. День, когда погибло имперское солнце. Солнце растеряло всю свою мощь. Он был так слепо влюблен, что не заподозрил предательство Луны. Однажды Луна закрыла солнце, разыграв его связь с империей, и их отец закончился. Без солнечного света посевы начали погибать, а природный баланс нарушился. Империя Солнца погибала. Хранители не смогли удерживать ситуацию под контролем, ведь они были разбрещены и не готовы к таким катаклизмам. Солнце слышало стенания людей и обратилось к хранителям, умоляя вернуть ему силу. Кто-то считал, что его не услышали из-за затмения, другие уверены, что хранители просто пропустили его мольбу мимо ушей. Как бы то ни было, желание Луны сбылось, и Солнце был не в силах его остановить. О, кстати, я шутя тоже, да, могу посмотреть? Давай позже поговорим, ладно? О, кстати, я же еще плюс за коллекцию могу. Статуэтка Туи. Так, керамическая статуэтка Туи. Так, он выглядел совсем не страшным. Мантия Туи. Это мантия образец народного творческого пустыни. Ладно, плюс косарь. Да, походу я сюда не мог бы запрыгнуть, да, без способности. Ее нужно набивать, нихера. Буду знать. Я имею в виду, если ты даже загадку можешь пропустить, то и... А, это была типа загадка? Окей. Походу, оно так не рассчитывало, да? То, что сделаю. Да, прокачал урон, только что-то не заметил, что он прокачался. То, что я также с самых первых имписей убиваю... Да, то есть... Окей.
Ну, мы решили головоломку сами. Восточное святилище. Это восточное святилище, отсюда можно попасть в горы и в джунгли. Добро пожаловать в восточное святилище. Если пойдешь дальше на восток, то попадешь в джунгли, а если заберешься наверх, то в горы. Оба места очень опасны, если хочешь знать мое мнение. В горах ты будешь много падать, а в джунглях тонуть. Так что, такие дела. Ну, на самом деле у нас не так уж много вариантов. Я думаю, лучше стоит в горы пойти. Но с другой стороны... Блин. Ладно, погнали лучше в горы. Но, скорее всего, падать я буду из-за того, что меня будет сдувать. Восхождение с этого момента все, что нам предстоит. И это восхождение. Добрись до вершины и постарайся не упасть. Самый быстрый путь наверх лежит через эту пещеру. Но чтобы достичь вершины, тебе могут понадобиться особые навыки. В любом случае, попробовать стоит. Что такое? Ну, не сказал бы пока, что там что-то есть сложное. Так, нет, поглощай на этот Кондора, он нападает на тебя в самый неожиданный момент. На Кондора.
Дальше никак не забраться, вот если бы... Ага, способность карабкаться по стенам. Подожди. Мне туда не попасть. Мне нужно научиться карабкаться. Тупой кондор. Вау! Платом. Что такое, малыш? Будь осторожен. Я заметил кое-что в горах. Там меньше врагов, чем в других местах. Это не делает их безопасным. У врагов в горах лишь одна цель. Сделать так, чтобы ты упал. Если тебе будет сложно, сначала победи всех, а потом... Продолжи восхождение. А, и поглядывая вокруг друг, короткий путь найдешь. Обходные пути сильно облегчают жизнь. Так, очередная зона силы. Ну, походу, как раз здесь я начну карабкаться. Не буду специально это ломать. А ведь все так хорошо начиналось. Вы же не хотите сказать, что мне нужно вниз? Что мне делать с ней?
Окей. Прыжок от стены. Теперь он может отскакивать от стены. Нажмите, чтобы отпуститься на стену и прыгнуть еще. Так, прыжок от стены. Хорошо. То есть это даже так работает. Ну, так зато я могу еще проверять территорию. Ну, по сути, это даже не босс, а, знаете, мини-боссы. Нин, тебе... Теперь ты можешь карабкаться так высоко, как только захочешь. Так, брошенные деревни. А, это как раз то место, которое нам... What? Тихо. Нин, помнишь, ты тут проходил у лестницы? Давай попробуем еще раз. Монетка. Лола, откуда там птица взялась? Блин, все равно есть участки, которые не могу ни пролететь, ни разломать. Отличненько.
Shit. Эй, игрок, это что за манера? Собирай рекорд установить. О, то есть в натуре это жесткий срез? Хм. Эй, люди, которые сейчас пидранят игру, если вдруг что. Я первый придумал. Так, кстати, я здесь уже был. Вау. Подожди, я хочу узнать, что, как использовать бросок копья. Так, прыжок, воздействие, рывок, атака, воздействие, лечение, бросок копья, форму, которую использовать комбо. АД. Ну, я хотел просто проверить. Так, походу, когда я научусь сломать это, я туда тоже смогу попасть. Лягом, нюк. Ну да, я походу в натуре сделал спидран, и она второй раз удивилась, то есть даже игроки, которые занимаются спидраном, ну и делают срезы, прикольненько. Но эта бабеха все равно мне задолбает. По КД одно и то же, какую-то херню несет. Так, коллекционный предмет найден. Да, самые темные, наверное, опасные места. Это хорошо, что я сразу в самый низ туда не пошел. Тихо. Ну, давайте, если мы этого же прокачали, тогда лучше сразу вкачать и этот. Хотя... Для усиленной атаки.
А, вот это вот плохо. Что-то знакомое. И снова место, которое я не мог сломать. Ого, ты высоко забрался. Красивый вид, правда? Жаль, что все это город лишь пустые развалины. В них нет ни единого живой души. Но может парочка найдется? Мне это следовало бы знать, да? Хехи. Чтобы добраться до самой вершины, тебе придется очень аккуратно прыгать по платформам. Однако ошибка может привести к твоей весьма унылой кончине. Докажи, если... Так, даже если долгое падение камнем. Окей, то есть мне нужно наверх. Бесит. Надеюсь, статуэтка танцоров. Так, как раз то же самое. Так, погоди, это камень-босс. Нин, найди ключ, чтобы попасть к этому, в эту комнату. Камень-босс. Чё-то новенькое.
Я на самом деле чего-то ожидал посерьезней. Я заберу то, что там находится. Упс. Где прыжок? Вот я нажал рывок. Где прыжок после него? Я снова нажал кнопку атаки, которую привык нажимать. Ура, мы добрались до вершины. Что такое, малыш? Что ты хочешь узнать? Урку. Урку очень сильный противник, он постарается раздави тебя без тени жалости. Если сможешь увернуться от его атаки, бей по рукам. Это поможет... Это поможет тебе добраться до его головы, чтобы нанести смертельные удары. Добро пожаловать на вершину. Дальше только небеса, ха-ха. Надеюсь, ты достаточно практиковался в прыжках в платформере, по платформерам и стенам, потому что тебе нужно найти камни-ключи. И не забывай, бой в воздухе, ключ к покорению гор. Блин, я такой же, чтобы тогда до конца набить эти 6000. Найс. Где прыжок еще один? Так, окей. Так, я помню, это дуэльная комната. Сейчас съездим направо, а потом сходим за ключом боссом.
Да, все-таки мне тоже нужно здесь два класса. Так, мы ключ, кстати, нашли, поэтому... Ну, нужно учиться ломать эти черные платформы, чтобы я полазил, позабрал все, что мне нужно. Сейчас телепортнемся, я сразу заберу 500 душ и прокачаемся. Что такое Нин? О, так нихера, у меня еще есть. Так, статуэтка танцоров. Статуэтки танцоров с ножницами, они выглядят куда более дружелюбные, может, до затмения так и было. Статуэтка гор. Статуэтка изображает урну среди облаков. Мне кажется, очень похоже. Просто если будет босс, я не хочу на нем много потерять. Подожди, я откуда? Мне... А, мне сотки не хватало. Ну, давайте, чтобы зря не терять, еще сюда вкинем. Ну, а двухсотка придется по... Так сказать... Отдать. Мы карту не нашли. Иди же, пассатижи. Ладно, ставлю на паузу и иду туда. На самом деле, не так уж и много времени потратил на то, чтобы сюда забраться. Как раз еще нафармил на то, чтобы еще прокачать себя немножко. Ну, это мы замаксили. Теперь будем максить урон. Ну, хп, то есть. Минус 200. Куда мы падаем? Замечу, он здесь не лезет, он тут падает. Да ладно. Серьезно, там что-то есть? Блядь.
Ставлю на паузу. Ты? Я сюда за несколько минут добежал. Так, главное сейчас сразу прыгнуть и рывок сделать. Найди неизвестный ключ. Интересно, от чего он. Ну, ладненько. Надеюсь, 10 минут мне хватит для того, чтобы понять, как убить босса. В путь. Чувствую, снова не угадал с боссом. Воздушный босс. О, нихера себе. Ва. У них у всех есть три фазы. Последняя это самая бешеная, где они постоянно агрессивные. Это, наверное, знаете, на самом деле, самый такой спокойный босс. Серьезно, я обосрался. Сам говорю, самый легкий босс. И сам же обосрался. И замечу, что это второй босс, которого нужно бить в воздухе. Ну да. А потом окажется, что два последних, которые нужно убить будет, они будут на земле. Ну. Жесть. Ладно.
Ой, ой. Так, кому верить? Должно быть, это и есть то самое семя, о котором меня предупреждала Луна. Такая сила. И при этом такая глупая наивность и слепое подчинение его приказам. Я когда-то тоже был наивным. В попытке сбросить оковы бога Созидателя, я закован. Заковал нас в новые. Так, не слышал их никогда из них. А если послушаешь, то кончишь так же, как и мы. Когда будешь искать следующего соперника, ищи кого-то сильнее меня. Маленькая семечка. Огненный шар. Стреляйте во врагов огромной огненной сферы. Это ж суператака, да? Ну, фиг его знает, ладно. То есть, еще две как раз локации, как раз на этих двух локациях это сфера. Прокачки. Отличненько.
Так, ладненько, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.